То есть 90% идет песка, 10% соли. Либо, ну, правильно он называется галит минеральный. Но мы месим его по-разному. По какой причине? Это зависит, в принципе, от климатической обстановки, то есть от температурного режима, либо количества или плотности снега. А соотношение может меняться 80 на 20, 70 на 30, 60 на 40 и максимальное значение 50 на 50.